такой замечательный вечер, честно говоря, и... И петь не хочется. Совершенно петь не хочется, но надо. Как сказал один мой знакомый. Надо наливать. Ну что же это такое? Захотел вспомнить старенькую такую песню. Ну, она очень будет к месту, потому что она посвящена именно этому месту. Когда она успела составить? Она была написана, когда тут еще ничего не было практически. Да. Город серый, как будни, растаял вдали, опьяняет яйла разнотравьем, по пять капель богам не забудем отлить, а в ответ шепчут травы во здравие. Неприметной тропе покорится гора, а вершина подарит просторы, но впитавший пространство уходим пора. Добрый час вслед напутствует горы. Нас гриф благословляет крылами на лету. Тропа змеей петляет, теряет высоту. Но дальний путь не страшен, а ноги, знай, идут. Туда, где Ира Саша. Нас непременно ждут. Да. Туда, где Ира Саша. Нас непременно ждут. Мы такие ж, как в 60-х годах, дети Крыма с восторженным сердцем лишь махнули в пути на элит абалак, сняли кеды, обулися в берцы. Нам Олимпус сменил смену 8 и ФЭД, котелок же по-прежнему старый. И как встарь на костре мы готовим обед под волшебные звуки гитары. Нам ходит втором, нам вторит хором дружным лягушек водоем. Еще не скоро ужин, давай-ка попоем. И снова на боксане замедлит время бег, когда у Иры с Саней мы станем на ночлег. Когда у Иры с Саней мы станем на ночлег. Нам название мест и родней, и звончей. Калистон — это где снятся танки. На Альме три ножа и десяток клещей. Лопухи — это на партизанке. Васильковской собачки и чудом вода. Фенорос, наводнение встанет. Брульча 200 грамм и гроза не беда. Ну а крыша без стен на боксане. А ворон режет воздух отточенным крылом. Еще не очень поздно, давай-ка попоем. Что побросав квартиры, придем сюда опять. Опять у Саши с сырой мы станем ночевать. Опять у Саши с сырой мы станем ночевать.